Добро пожаловать в Александрс 2. Какой-то хомяк сидит в кустах. Сейчас мы его поймаем. Я слышу его. Слышите этого хомяка? Я его слышу. Вы слышите? Вот, да. Он ушел под землю. Вот это. Все, хомяк умер. Итак, нам удалось поймать хомяка. И я возвращаюсь. Продолжаем нашу экскурсию. Это курочки, я их знаю по имени, между прочим. Это Василий, это Владимир, это Петров. Они с Василием геи. Видите, Петров пристает к Василию. А это Семен, а вот это в честь меня назван Сашенька. Так, здесь у нас живут бомжи Валера и Петр. Также можно пройти чуть дальше, вот сюда. И тут будет пустая полость, где живут другие бомжи, но это презентабельные бомжи, ведь у них есть свои кабинки для сранья. О нет, я опять слышу хомяка. Он где-то... Так. Он тут. Надо взять лопату. И... Куда? Он ушел под землю. Убейте! На, получай. Умри. Все, умер. Все. Итак, можно продолжить экскурсию. У нас очень много хомяков в городе, потому что они любят жрать зерно, а у нас зерна много. Те хомяки. Вот он, хомяк, блядь, сожрал все зерно, лови его. Отдай сало! Кому кажу сало отдай? Нет. У меня там кусочек лишился. Тихо. Хомяк в ловушке, он попал в мой дом. Вот он, снюсоед проклятый. Держи хомяка. А, хомяк, держи его. Он на склад. Все, он в ловушке. Там мы его оставим. Поймал хомяка. Какой он важный. Он ломает пол. Стой, хомяк! Нет, хомяк, не делай этого! Он ушел. Ладно. Пойдемте покажу вам наш склад. Склад. Дайте я дверь закрою. Вот он опять тут! Ладно, мне нет времени гоняться за хомяками. Пожалуй, я оставлю это на другой раз. Здесь у нас живет очень опасный тип гражданина. Забивной Валера. Это было страшно. Тут живет мой гражданин Никита. Хомяков становится все больше, они расплодились. Хомяков все больше, но я им живым не дамся. Блять, одно сердечко. Это парк тысячелетия, построен в честь 2000 года. И тут есть фонтан. Фонтан. Пройдемте за мной, товарищ оператор. Секунду, я подойду. Я успел. Да. Слишком много хомяков стало. Они атакуют меня! Они...
Хомяки атакуют меня. Итак, мы пришли. Это храм Патрика Бейтмана. Если пройти внутрь, а мы не пройдем внутрь, потому что двери у нас внутрь нету. Тут есть сам Патрик Бейтман. Он оседлал Патрика Бейтмана. Он оседлал Патрика Бейтмана. Нет, они у Патрика Бейтмана в заложниках. Что ж, на этом наша экскурсия подходит к концу. Все хомяки пойманы в ловушку в храме Патрика Бейтмана. Спасибо за внимание. Они выбрались все. Они сломали мне церковь. Спасибо большое. Тупое быдло.